И я сейчас попрошу сюда выйти на это место прекрасную семью. Семью, которая недавно выросла. Это семья Макаровых. Прошу, пожалуйста, поприветствовать их. Аллилуйя. И вот, видите, мама пока, пока, говорю, что сейчас мы Леву заберем все-таки. Держит такого прекрасного малыша. И что мы делаем? Опять-таки, мы верим, как община, в силу Божьего благословения. И мы благословляем наших детей, которые рождаются. Но сегодня у нас особенная часть. Это не просто дитё, это первенец. Первенец в этой семье. И что говорит, чему учит нас Писание? Писание говорит, что все первенцы Господни. И вы знаете, что вместо Левы сейчас играли левиты здесь, потому что Бог отделил левитов вместо всех первенцев. Но мы верим, что настанет время, когда Лев подрастет, наберется сил, наберется богопознания и, возможно, станет и будет здесь славить Бога. Но сейчас есть одна такая очень важная часть, которая происходит в еврейской общине. Мне надо будет на некоторое время забрать его у родителей, пока они не положат в дзаку маленькую часть своего капитала, чтобы выкупить своего первенца. Поэтому я прошу, пожалуйста, ребенка мне отдайте. Я вспоминаю, как это было. Он почувствовал, что он на чужих руках. Давайте мы благословим его. Господи, спасибо тебе за это прекрасное дитё, которое ты родил в семье прекрасных родителей. Господи, мы просим тебя, чтобы ты благословил его обильно-обильно. Чтобы на своем жизненном пути он пережил встречу с собой, Машиах, и посвятил свою жизнь тебе от юности, от детства своего. Чтобы он исполнял волю твою особенным образом. Чтобы он был силен, как лев, крепок, как лев, верою своей в Иешуа Мессию. Да будет он успешен во всех своих путях. Да будет он послушен родителям. Да будет он послушный тебе, да будет он устремляться всегда в собрание твоего народа. Да будет крепок здоровьем, да будет, Боже, сильный Господом. Мы благословляем тебя во имя Иешуа Мессии. И сейчас мы зададим вопрос родителям. Вы в ящичек положили? Положили. Ну, тогда мы вам передаем его на воспитание. Это часть родителей до времени определенного. Вам надо его воспитать в заповедях Божьих, в уставах, в послушании. И давайте, наверное, за всю семью помолимся. Да? Благословимые семейства, родители нуждаются в благословении. Небесный Отец, Святый, мы благодарим Тебя за эту прекрасную семью. И мы благодарим Тебя за то, что Ты умножаешь эту семью, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал родителям мудрости в воспитании сына, Господи. Чтобы Ты помог им воспитать его в путях Твоих, в уставах Твоих, Боже. Чтобы они, Боже, жили подобным образом, чтобы лев видел в них веру в Тебя. Чтобы лев видел богопочтение и богопоклонение в своих родителях. Боже, благослови их во всех сферах жизни. Бешем Иешуа Машехейну. Амен. Благословляем вас.